Всем привет! Сегодня я покажу, как играть композицию, песню диджея Smash «Я волна» совместно с Моргенштерном. Он недавно выпустил этот трек. Давайте вспомним старый добрый хит. Поехали! Ставим каподастер на 8 лад, играем открытые струны, 2 и 6 вместе, потом 3, 2, 1, 6, 3 открытая, зажимаем на 3 ладу, еще раз показываю, 6 и 2 открытая, 3 открытая, 2, 1, 6 открытая, 3 открытая, 1 открытая, и потом ставим на 3 лад палец. Поставили и играем вот здесь на 3 ладу 6 бас. Сыграли, потом 3 открытая, опять дергаем 2 и двигаем палец на 2 лад. Сыграли. То есть мы играем на 2 ладу 2, потом 3, потом бас, потом опять на 3 ладу играем 2, опять играем вот это барре на 2 ладу 2 струну и переходим вот в такую аппликатуру. Значит, зажимается бас на 5 на 2 ладу и здесь на 4 лад 3 струна. Играем вместе 5-ю, 4-ю. Потом 4-я, она стоит у меня вот 3-й палец на, получается, 4-м ладу. Вот я ее сыграл, потом 2 раза дергаю 3-ю зажатую на 4-м ладу 3-й струны. И дальше ставлю просто аккорд в барре на 2-м ладу, играю от 5-й струны ко 2-й. Потом беру аккорд А, вы можете взять его либо так, ну как удобно. Ну то есть, ну, можно здесь взять малое барре первым пальцем и 2-й палец. Либо взять, ну вот просто 3 пальца зажать. То есть, ну я возьму вот так вот, мне так удобнее играть. 5-я, 4-я, 3-я, 2-я и одновременно 3-я, 5-я. И у нас получилось вот так вот. Тема начинается со 2 лада 1 струны. Мы играем эту ноту, затем мы идем на 3 лад 2 струны и дергаем одновременно 6-ю, 1-ю. 3-я, 2-я, 1-я. Еще раз все то же самое. Потом ставим на 3 ладу 2-ю и на 3 ладу 6-ю. Играем вместе 6-я, 2-я. 3-я, 2-я, 3-я. И теперь мы сдвигаемся на 2-й лад и играем с 5-м открытым басом. Потом 3-я, 3-й лад, 2-я струна дергается. Еще раз, вот так вот. 5-й бас. И мы уходим опять вот на этот аккорд. Мизинец уходит на 4-й лад, 3-ю струну. И здесь мы берем барре. То, что было у нас до этого. То есть я играю вот 3-я, 5-я, 4-я, 3-я, 2-я. Потом идет как бы аккорд BM или HM. Я зажимаю вот этот палец и играю с 5-й струны до 2-й. И беру аккорд А. Можно так брать. Можно в такой аппликатуре брать. Ну, как вам удобно, в общем, либо так, либо так, либо вот
вот так вот. То есть здесь первый зажимает четвертую и третью, и второй палец средний зажимает вторую струну. Далее идет то же самое, повтор. И завершаем мы вот этим аккордом, который у нас был. Это аккорд BM или HM. То есть ставим на втором ладу пятую, на четвертом ладу третью. И играем вместе пятую и третью. Все. Дальше пошел у нас бит. Как играть бит? Я просто беру аккорд HM. Вот он. Играю, значит, пятую и вторую. Можно вообще сыграть сразу... четыре струны, то есть пятую, третью, вторую и первую. Но простой вариант — это пятая и вторая. Первая фраза играется вот так вот, в медленном темпе. Пятая и первая. Щелчок. По трем струнам можно сыграть бой вот такой. Опять два раза первый. Бой или щелчок. И вот здесь вот самое главное — успеть сыграть. Там идет, получается, убираем вообще все пальцы, ставим второй лад. Вот нужно сыграть быстро второй, третий и бас. Потом... И здесь идет щелчок, то есть бой. И потом повтор идет то же самое, что и было до этого. Потом я ставлю. Дергаю вторую два раза. Бас у меня на третьем ладу, шестая струна. Опять вторая. Но здесь уже играю я щелчком. То есть вот так. И опять ставлю на третий лад вторую струну. То есть получается у меня вот так вот. А потом уже, когда идет тема Моргенштерна, она идет тоже с использованием этого аккорда, который на втором ладу. И играется вот так вот. То есть мы играем второй лад барре, пятая, первая. Потом дергаем на третьей струне. Получается четвертый лад. Потом идет вот такой щелчок. Первая струна. Третий лад. Потом здесь можно мизинец взять вот на пятом ладу, щелчок сыграть, либо открытую. То есть, ну, поднять барре, сыграть открытую. Либо сыграть вот на пятом ладу. Пятая и первая. Щелчок. Опять. И потом первая открытая. Либо на пятом ладу мизинцем зажатая вторая струна. Пятая, первая, потом здесь щелчок я беру вот на эту ноту, открытая первая, щелчком или зажатая мизинцем на пятом ладу. Потом то же самое повторяется, и потом вот мы ставим вот сюда, ну можно, мне удобнее второй палец поставить, это третий лад, шестая струна. То есть я играю вот, получается, шестая, вторая. Вторая, вторая, то есть шестая, вторая, щелчок, потом второй лад на второй струне и с пятым басом третий лад и обратно. И получается быстро. Ребят, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. Всем пока!